Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами снова играем в Майнкрафт. Приключения маленького доброго нуба Евгения в Майнкрафте продолжается. Давайте, ребят, вы ставите лайк, а я делаю вид, что этого долгого промежутка, который я не выпускал в Майнкрафт, не было. Договорились? Мы не будем заострять внимание на том, как жестко я продинамил всех, кто любит Майнкрафт. В моем исполнении особенно. Все эти несчастные детишки, которые остались без Майнкрафта в моем исполнении великолепного. Простите. Но теперь мы снова играем и знаем, что бегите по воде, чтобы плыть. О, я все еще катаюсь на ламе. Как давно я не выживал в Майнкрафте. Знаете, как сейчас трендово очень? 100 дней выживания в Майнкрафте. Евгений 100 дней не выживал в Майнкрафте. Кстати, погодите. Последний мой выпуск по Майнкрафту вышел 11 апреля 2021 года. Давайте посчитаем. Короче, сегодня 20 либо 21 июля, когда этот ролик выходит. А значит, прошло ровно 100 дней. 100 дней не выживал в Майнкрафте. И это даже не обман. И не кликбейт. Так будет видос называться. 100 дней не выживай в Майнкрафт. Клянусь, я не специально подгадал эту дату. Я просто сейчас решил проверить. Так, как мне отсюда слезть? Вы думаете, я не забыл управление этой игры? Забыл. Ох, мой домик прекрасный. Это первоклассное выживание нуба. Только Евгений забывает, как управляться с игрой спустя 100 дней. Сегодня в этом выпуске мы также будем учиться вместе с вами. Благодаря вам я буду учиться за счет вас. Как я это буду делать? Выполняя прекрасные задания, которые вы мне оставляли в комментариях под прошлым выпуском, который 100 дней назад вышел. Возможно, вы уже все выросли с тех пор и забыли о былых временах, когда мы вместе смеялись в Майнкрафте, когда вы оставляли мне задания. Давайте же освежим память. Итак, задание первое. Юджин, расскажи о спонсоре этого видео, игре Rogue Company. Легко. Rogue Company — это о, да тут все по-взрослому. Окей, понеслась. Rogue Company — это тактический экшн-шутер от третьего лица, в котором вам предстоит решать судьбу всего мира. В игре предусмотрены игровые режимы с разнообразными задачами, в рамках которых вы посетите экзотические места и горячие точки по всему миру, поучаствуете в захватывающих сражениях и важнейших миссиях и устроите массу взрывов. Окунись в захватывающие сражения в различных режимах 4 на 4, 6 на 6, а также 1 на 0. Ладно, это слишком скучный режим, мы его вырезали из игры. Но оставили рейтинговые бои и лимитированный режим. Ты обязательно найдешь то, что тебе по душе. Каждый из множества агентов Rogue Company обладает уникальным набором навыков, оружия и устройств. Например, этот агент умеет плевать себе в рот. Ладно, его тоже вырезали. Но зато всех остальных классных агентов и многие награды можно получить, просто играя с кайфом в игру. Кроме того, Rogue Company поддерживает кроссплатформенную игру и кроссплатформенный прогресс. Вы готовы, агенты? Ваша миссия, ваш стиль, ваш куш. Игра уже снискала себе большую популярность. А теперь она еще и доступна для всех пользователей Steam. Присоединяйтесь через Steam к более чем 20 миллионам игроков до 9 августа и получите бесплатный боевой пропуск премиум-класса. Подробности в описании. Окей, это задание мы выполнили, теперь переходим к следующему. Первое задание, которое сейчас мне тут попалось, интересное. Я не буду его вам озвучивать, но я его как бы принимаю. Если я в конце видео смогу его сделать, то я вам покажу, что мне там задали. Это будет сюрприз прикольный, вам понравится. Будем считать, что это задание у нас повисло в трее, а теперь читаем второе задание. Итак, ребята, задание номер два. Мрик предлагает задание. Память мистеру утке. Сделать памятник с табличкой «Мистер...» Ладно, я не буду... Я надеюсь, вы не обижаетесь, я просто угораю. Сделать памятник с табличкой «Мистер Утка 2021-2021. Пропал без вести». Понеслась. Я так понимаю, что тут нету такого крафта в верстаке «Памятник утки», да? И нам нужно будет прям делать ее по-настоящему. То есть из камня. На самом деле, из чего мы можем его сделать, и мы сами решаем, да? Мы сами решаем? Эта игра полна возможностей. Но я должен сделать из чего-то значимого. Вот, булыжник или земля. Земли и булыжника достаточно много. Можем приступать. А, лама все еще здесь ходит. Ты где своего торговца потеряла? Ты не поверишь, Евгений, но случилось такое. Мне наплевать, если честно, можешь не отвечать. Смотрите. Ладно, убью тебя просто. Подох. Подох, подох. Я сделаю памятник прямо на месте, где сдох зомби. Это будет проклятый памятник. Ну, не прямо на месте, где сдох зомби, но вот здесь, рядом. Мы сделаем памятник здесь, на воде. Это будет такая платформа у нее. Блин, знаете, это как когда просят нарисовать животное. Ты думаешь, ну, я, в принципе, помню, как выглядит животное. Когда начинаешь рисовать, ты ни хрена не помнишь, оказывается. Рисуешь какую-то дичь. Скорее всего, я буду сейчас что-то подобное делать.
Так, ладно. Как ты здесь оказался? Ну, пусть будет так. Вот, это нога утки. Блин, знаете что? Мне нужен референс. Надо найти утку. Вот! Привет, мистер утка. Заткнись, я тебя рассматриваю. Короче, большой блок, маленькие пластины по бокам, это типа крылья. Блок головы, что-то оранжевое нужно бы поставить на клюв твой утиный. И вот это вот галстук твой красный. Все ясно. Пойдем делать утку! Раз, два. Что ты там ходишь возле моего дома? Он смотрит на памятник. Ну, все пришли посмотреть на чудо. Смотрите, попугай смотрит. Вот этот попугай смотрит. Больше никто не смотрит. Всем насрать. Но вам не насрать. И мне не насрать. И утке не насрать. Она наверняка там смотрит на нас, откуда, вот куда она попала. Она смотрит на нас. И слезинка на глазах. Вот так. Капает. Сложно тут строить, блин. Вот эти строительные леса самые утомительные. Я уверен, есть какой-то более простой способ, но это вы мне об этом напишите в комментах. У меня закончились материалы. Нет. Что, тогда ныряем? Уи! Так, и где тут скелет ходил? Лама, ты почему не охранял дом, а? Я не слышал твой лай. Что ты там бурчишь, а? О! Хватит. Хватит этот звук издавать. Что за звуки? Что это было? Зомби! Боже мой! Так, закрываем двери на ночь. Я не все двери закрыл. Все, закрыто. Ну, в жопу, давайте спать. Раз у нас настало утро, надо пойти добыть побольше булыжников для того, чтобы завершить наше строительство. Почему здесь вода? Какого хрена здесь вода делает? Что за магия? Вот здесь целая куча булыжника. Неплохо так покопали. Давайте возвращаться домой. Ах, приступаем. О, утка, ты пришла. Спасибо. Она позирует. Она даже стоит в той позе, в которой я собираюсь ее изобразить. Но жаль, что это не ты будешь изображена. Это другая утка, которую я любил. О, нет. Там Эндермен. Нельзя смотреть. Вы писали, что нельзя на него смотреть. Так хочется. А что если в этот момент он смотрит на меня? Мне это как-то некомфортно от этого. Смотрите, он не видит, что я его вижу. Может быть, нам нельзя встречаться взглядами? Ой-ой-ой-ой. Он внизу. Как же мне работать в таких условиях? Эндермен, отвали. Ты думаешь, мне платят за это вообще? Мне за это вообще не платят. Все, я не смотрю. Какие страшные звуки нас дают. Да я не смотрю. Все, и сейчас. Или наоборот, надо смотреть на него. Я еще не понимаю, он ни так не уходит. Просто таскает землю. О, нет! Нет! Тебя здесь не нужно. Утка почти готова, но нам не хватает материала. Точнее, у нас просто нет нужного нам материала. Нужно что-то оранжевое для клюва и что-то красное для... Не знаю, что это такое? Галстучек. Что-то оранжевое для клюва. Может быть, тыква? Ну, либо оранжевая, либо желтая. Делаю ставку на тыкву. По-любому она подойдет. Смотрите, красное что-то. Отлично. А вот и тыковка. Нужно больше тыквы. Оу, да. Аж мне брызнули изо рта. Смотрите, как много. Воу, мистер золотой, блин, скелет. Пошла, 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 мразь. Багет подохла. Че не добыл? О, да. О, золотистка привалила. Теперь красненько искать. Оп, здрасте, мистер Мухомор. Эта красота не подойдет. Хотя я вижу, что вот в Майнкрафте есть красная руда. Она точно добывается где-то в горах. О, смотрите, снег пошел. По-моему, еще ни разу, кстати, снега не видел в этой игре. Мы забрались достаточно высоко, и я не вижу ничего красненького здесь. Возможно, нам нужно в глубину копать. По-любому. Надо найти какую-нибудь пещерку. Какую-нибудь милую адскую пещерку. Вот это, похоже, место будет классным. Чё за? Чё за? Кто такие? Блин! И Эндермен здесь. Чуть на какую-то банду гопников не наткнулся. Я, блин, в какой-то стране вечной ночи. Тут все в ночи. Постоянно льет дождь. Опа, может быть, шлем дашь? Шлем отдал? Я сам гопну тебе сейчас. А! У, блин! У, блин, у, блин, у, блин, у, блин, смотрите, сколько хп! Мало! Я вам так скажу, надо домой. Угу. Я почему-то перестал хиляться. О!
Деревня. А, нет, это заброшенная деревня. Мне сгодится. Что это? Не то, что мне нужно. Мне надо поспать где-нибудь. О, здравствуй. Ах, кровать, как хорошо. Реально прям поспокойнее стало как-то. Ах, добрый день всем. Что у нас тут? Чем живет эта деревушка? Какой-то вкусной едой. Я благодарю вольный народ за то, что взрастил эту картошку для меня и за паутину эту. Я прям реально увяз в паутине. И так я могу ее добывать. Эй! Че, есть кто? Все подохли. О, я наконец-таки захилился. А значит, марковую давай собирать. Кто подсунул мне ядовитый картофель? Ну, блин. Я наконец-таки нашел пещеру. О, тихо, тихо, страшно. Я очень смелый человек. Спускаемся глубоко. Ставим здесь факел. У-у-у-у. Какая-то очень прикольная система. А вот ниже можно пойти еще. И еще ниже. У-у-у-у-у-у. Это что такое? Это я что добыл сейчас? Необработанное золото. Да. Yeah. Озолотился. Окей, ну пошли. Красная руда. Не зря сюда пошел. Блин, так приятно все это находить. Смотрите, мы прям добыли ее, прикиньте. Взяли и добыли. Но я не собираюсь пока уходить. Давайте посмотрим, что еще можем добыть здесь. Ибо с припасом у меня все норм. ХП на полную. Золотая броня, между прочим. А главное, чтобы вот эти вот бульбы раскаленные мне куда-нибудь в задницу не впились. О, да. Вот. Тут и синенькое что-то есть. Блин, я не знаю, что это такое. Но я, кажется, это даже не собираю, блин. Самое главное, это то, что я получил то, зачем пришел. Смотрите, какие пчелы. Они добрые? Они меня будут жалить? Здрасте, мистер пчела. Так, убить лидера пчел. О, глаза покраснели. Так. А, все, меня траванули. Нет, нет. Зачем я это сделал? Что я должен съесть? А, нет. Все, все, жив. Что ж, мы стоим под нашей уточкой, давайте ее доделаем. Она будет полая внутри, знаете, троянская утка. Пришло время клюва. Прекрасный клюв. Вот такой вот галстучек. Памятник готов. А вы готовы узреть это чудо рукотворное? Раз, два, три. Та-та-та-та. Ладно, это из арка песня. А почему бы и нет? Это тоже про выживание. Та-т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 а. Ставим табличку. Мистер Утка. С 2021 по 2021. Пропал без вести. Я думаю, задание засчитано. Третье задание и последнее на сегодня называется «Безопасность превыше всего» от майонеза. Построить бассейн под лестницей на второй этаж. Бассейн под лестницей на второй этаж. А вот, а, вот это лестница на второй этаж, да? А как сделать бассейн? Не понимаю. То есть, нам придется, получается, нарасти сначала землю. Ой, мама, ой, мама, ой, мама. Полоскун, это ты там творишь эти звуки? Перестань. А ты, Евгений, перестань смердеть из своего вонючего рта. И прополощи уже его. Может быть, я это сделаю когда-нибудь. Окей, я так понимаю, бассейн имеется в виду ров. Ров мы прорыли, немножко кривовато, но это специально, чтобы тем, кто угодит в него, было неудобно из него выбираться. Берем водичку. Плюх! Это надолго. А хотя нет, все очень быстро. До самой ночи Евгений носил эту чертову воду. Он задолбался. А, утро настало. Давайте посмотрим на наш ров. О, обелись, какой хороший ров. Что ж, бассейн вырыт, а значит, миссия выполнена. А теперь задание номер один, которое я так и не озвучил. Раскладываем пыль и железные слитки и получаем выполнение первого задания от подписчика по имени Палочка 21, согласно которому мы должны были сделать компас. Какой еще компас? Я устрица твою ма... И, друзья, на этом мы с вами закончим играть в Майнкрафт. Но на сегодня. Ведь... Детишки, скоро, очень скоро мы с вами поиграем снова. Потрясающий Майнкрафт. Оставляйте ваши задания, которые вы хотите, чтобы я выполнил. И я выполню. Ладно, я надеюсь, вы не обижаетесь на эти дурацкие приколы. Я просто...
Я просто шучу. Я правда от души надеюсь, что вам понравился этот видос. И если так, то обязательно ставьте кучу лайков, а также пишите ваши задания в комментах, которые вы хотите, чтобы я выполнил. Обещаю, в следующем выпуске я буду выполнять задания поэпичнее, еще больше, еще масштабней. По крайней мере, буду стараться. Сегодня я записываю это видео чертовски поздно. Мне еще завтра целый день снимать. Но не летсплей, а именно видос по Little Nightmares, который я анонсировал уже в своих соцсетях. В общем, я не сплю очень долго уже нормально, и хочется спать, у меня поэтому язык заплетается, если что. Поэтому я решил повыбирать сегодня не менее забавные, но задания чуть-чуть полегче. Оставляйте задания, пишите, как их выполнить. В общем, я их выполню. А с вами был Юджин, друзья, и всем пять!